Начиная с 2014 года поток украинских рабочих мигрантов в Польшу значительно вырос. В 2016 было проведено специальное исследование по этому поводу. Оказалось, что за последние три года на территорию восточноевропейского экономического тигра заезжают все больше молодых людей из Украины. При этом теперь украинские граждане работают не только на черновой работе – уборка улиц, стройка, сезонные работы в сельском хозяйстве, конвейерная сборка, но и агентами по продажам, программистами, веб-дизайнерами, продавцами в магазинах. На знаменитом заводе по производству трамваев Песа, который находится в городе Бигдаши, сейчас работает очень много украинцев, как рабочих, так и инженеров. Недавно на это предприятие приезжал мэр Киева Виталий Кличко, который подписал контракт на покупку трамваев в украинскую столицу. Также в Польшу приезжают все больше украинцев, желающих открыть свой бизнес в этой стране. Благо местные власти делают все возможное, чтобы облегчить эту процедуру не только для своих предпринимателей, но и заграничных. В то же время, по данным за 2016 год, только 0,3% мигрантов открыли в Польше свой бизнес. Речь идет о мигрантах из Украины. Но в ближайшее время эта цифра обещает подрасти. Поражает скорость работы польской бюрократии в этом вопросе, особенно на фоне украинского опыта. Например, свою кофейню здесь можно открыть за 3 дня. Отсутствует в Польше и коррупционное давление со стороны правоохранительных и контролирующих проверяющих органов. Все строго по закону. И это еще одно преимущество жизни в Европейском Союзе. Помимо этого, с рабочей визой и польской картой побыта вы можете путешествовать в пределах Шенгенской зоны. Правда, легально работать вы в любой другой стране, кроме Польши, не сможете. Ситуация значительно изменилась после получения Украиной безвизового режима с Европейским Союзом. С 12 июня по конец июля 2017 года, по данным украинских государственных органов, за границу по новым биометрическим паспортам выехали 100 тысяч украинцев. По данным статистики, за последние 3 года число украинцев, только официально работающих в Польше и подавших документы на долговременное пребывание в стране, возросло в разы. Например, во Вроцлаве граждане Украины составляют уже 1/3 часть населения. И это только по официальным данным. Интересно, как реагируют на это местные власти. Например, мэр Вроцлава Рафал Дудкевич считает, что украинцы значительно помогают экономическому росту Польши, а значит, работают не только на повышение своего благосостояния, но и всех польских граждан. Также Дудкевич отмечает, что украинцы ментально и культурно близки полякам, быстро учат язык, а их нахождение на территории Польши в таком количестве может стать своеобразной прививкой для поляков от ксенофобии. По официальным данным, в Польше сейчас учатся 30 тысяч студентов из Украины. Многие из них планируют оставаться в соседнем государстве и дальше, найдя себе работу и получив вид на жительство. Польские госорганы сообщают о том, что в стране находятся от 800 тысяч до 1 миллиона украинцев. Только за первую половину 2017 года властями Польши выдано более 900 тысяч разрешений на работу для иностранцев. Большинство из них – граждане Украины. В 2016 за весь год было выдано 1 миллион 300 тысяч разрешений на работу. По последним данным, 95% рабочих мигрантов Польши – это украинцы. 71% из них, согласно польским опросам, хотят остаться в стране. Главные причины – война и экономический кризис в Украине, высокий уровень коррупции и преступности. В последние 3 года заметно выросло число рабочих мигрантов из южных и восточных областей Украины. Число наиболее оплачиваемых профессий, на которых могут работать украинцы в Польше, входят работники предприятий по сборке автомобилей, водители автопогрузчиков, фрезеровщики с опытом работы на станках с программным управлением, пекари, повара со знанием польского и английского, обивщики мягкой мебели, электрики и сварщики, арматурщики и опалубщики, каменщики и водители-дальнобойщики. В Польском Союзе работодатели отмечают, что местные предприниматели сейчас остро нуждаются в работниках из Украины. Это тот магический и исторический момент, когда встречаются спрос и предложения к взаимному глубокому удовлетворению. Отметим, что совсем недавно в Польше был принят закон, по которому зарплата поляков и мигрантов из других стран не должна отличаться. Однако, несмотря ни на что, часть польских бизнесменов готова приглашать украинцев. В стране уже сейчас остро не хватает рабочих рук. Многие поляки едут в страны Западной Европы и в Скандинавию, поскольку там больше зарплаты и лучше перспективы. Также многие поляки, оставшиеся в стране, не хотят работать на низкооплачиваемой черновой работе. Уже сейчас в Варшаве вы без проблем можете встретить украинских продавщиц как в маленьких магазинчиках, так и в супермаркетах на кассах, за прилавками в торговых центрах, среди работников торговых залов и складов, парикмахеров, косметологов. Кроме того, в польской столице стали появляться автомастерские, которые открывают граждане Украины. Работают на них украинцы и ориентированы они на украинцев. В первую очередь,
а также выходцев из других стран СНГ. Украинцы открывают суши-бары и кафе. Однако все равно большинство рабочих мигрантов из Украины работают в строительстве. В том же Союзе польских предпринимателей отмечают, что из 1 миллиона украинских мигрантов только 600 тысяч работают на белую. При этом большой популярностью при обращении за услугами в рекрутинговые фирмы у польских предпринимателей из производственной сферы пользуются сварщики из Донбасса или инженеры и рабочие с опытом работы на военных заводах в Харькове. По данным польской статистики, в стране сейчас 18,5 миллионов экономически активных граждан. Из-за падения рождаемости ожидается, что к 2050 году их будет всего 13,6 миллионов. Этот прогноз уже стал широко известен как проблема 2050 в Польше, поэтому страна остро нуждается в рабочих мигрантах. Так, польский премьер Шидло заявила, что Польше до 2020 года нужно привлечь дополнительно 5 миллионов рабочих рук. Поэтому местные власти очень заинтересованы в украинцах и хотят привлекать молодые семьи, которые хотели бы остаться в Польше надолго, желательно с детьми.